9 тысяч граждан, мобилизованных незаконно, возвращены домой. Об этом рассказал президенту страны Владимиру Путину генеральный прокурор Игорь Краснов, передает информационное агентство ТАСС. Среди них и те, кого по состоянию здоровья не должны были брать в армию, уточнил глава надзорного ведомства. В ходе частичной мобилизации выявлено много проблем, поскольку в стране многие десятилетия не проводился массовый призыв в войска. Кроме того, было немало вопросов, связанных с выплатой военнослужащим положенного им довольствия. Среди причин – некорректное или слишком долгое введение соответствующей информации в базу данных, блокирование средств, которые поступали на счета граждан, когда они были заблокированы по решению суда, к примеру, рассказал генпрокурор. По его словам, все деньги уже перечислены.